Мила сила. Перед подключаем. Ну да, на мостах сидишь. На заднем. Давай посмотрим. Вещь, вещь. Здесь грязь уже немножко есть. Но вообще отлично. Глубоко. Смотрим. Ну что такой разгон ты берешь? Не возьмет лучше. А ты заблокировался? Да. Сейчас ты заезжал заблокированный, дифференциал блокировал. Ну давай. Я проеду. По его следам. Ну, конечно. Не хочет.
Давай газу в пол. Ай? Зачем? Первую понежную газ в пол дави. Прямо отсюда газ в пол. Давай, дави. Вот все равно сказывается, да, вот сейчас вот диагональная вывешенная блокировки. Мне кажется, вот из-за блокировок у меня полегче заезжает. А я на повышенной тоже не могу заехать. Ну давай вторую пониженную. По инерции зашел, но не хватит. Все, хорош, хорош, хорош. Но нет, вывешивается сильно. Дальше, дальше, дальше. Все, поехали. Первую, все, молодец, зачет. Он на заднем, наверное? На полном, Федан? Он на полном? И тоже диагоналку ловит, да? Че, опять? Да ёлы-палы. А что ты опять? Что опять случилось? Правый раз. Ну, подергай ее. Да, да, да. Да, вон она болтает. Привод. Привод что-то. Она не граната, она шлица. И что, он сейчас лопнул, порвался, что ли? Нет, мы. Это что лучше? Ясно. Ну то есть, как бы для дома ты доехать-то можно? Сейчас выйдем. Короче, надо это. Короче, я тебе сейчас крутой воды перенесу, ты руками крутишь. Надо Ниву покупать, понимаешь? Сепаратор. Даже не взял на бал, назад только по этому, вот так ровно и назад давай. Разгон больше бери. Дальше, дальше, назад, назад. Вывесился. Какой-то не вылазит. Покопал. Это за счет родителей, да, блокировали? А ты вывешивайся. Ну что, могём? Блокировки все-таки работают, ребят. Можно ставить. Все, хорош.
Здрасте. У нас тут мы катаемся просто. Ну и запись. Мы уже поняли. Онлайн идет запись, поэтому не могу. Документы мы трезвые, все нормально. У нас YouTube канал Нива 07. Такой вот. Если что, зайдете, посмотрите. Ездили, чайку самовара попили, там пообщались. Первая ваша машина, да, тоже была? Две. Они не две, две. Да, Дастер и Нива, да. Дастер и Нива. Ты их тоже останавливали? Нет, Дастер нет, Нива. Успел пролететь? А он, может, там ушел? Нет, нет, здесь он есть. Ага, а ясно. Посмотрим, отдыхаете, да? Да, мы. Счастливо. Давайте, Нива. Ребят, спасибо. Ну что, Нива, УАЗик комфортный? Да. Одинаково. Нет, конечно, УАЗик выше. Больше и прикольнее, да? Просто на самом деле, конечно, у вас есть у вас. Ну а так что мы, в принципе-то, съездили, попили чаю, да? Немножко пообщались. Вот сотрудники тоже нас порадовали. Все, всем пока.